Я приму у вас экзамен на пилотирование по приборам. В этом полете я не буду требовать от вас ничего незаконного или опасного. Я хочу, чтобы вы летали как профессионал. Мне нужно, чтобы вы могли самостоятельно настроить радиосвязь, держали высоту и прочие заданные мной параметры. Автопилот при этом будет отключен. Если вам потребуется дополнительное время на настройку радиосвязи или на подготовку к полету, не стесняйтесь нажимать на клавишу «Пауза». Когда будете готовы, продолжайте полет. Поскольку это компьютерный симулятор, мы начинаем полет сразу в воздухе на высоте 5000 футов. Я хочу, чтобы вы настроили станцию NAV-1 на частоту Ворма и Кассиэтл 116,8. Вам разрешили следовать по прямой на точку Фокстрот Альфа Браво Танго Сьерра с последующим заходом на посадку по Вормаяку на полосу 3-4 правая в международном аэропорту Сиэтл-Такома. Для данного контрольного полета допустим, что метеоусловия при заходе на посадку превышают минимум. По мере продвижения я буду разрешать вам прохождение дальнейших участков маршрута, но инструктировать вас не буду. В этом полете всем управляете вы. Я выключаю автопилот. Включили автопилот. Смотрим на стрелочку индикатор ВОР-1. Вот она приближается. Как только она зайдет за вот эту черту, мы должны будем включить, ну, так скажем, вот здесь где-то. Включаем удержание курса. И смотрим, как разворачивается самолет по приборам. Не забываем поглядывать на скорость, чтобы она у нас не упала меньше 90. Лучше, чтобы это было 100. Если мы летим между желтой стрелочкой, которая немножко отклонена вправо, и вот этой белой стрелочкой ВОР, которая отклонена влево, нам надо, чтобы они соединились и смотрели ровно по одной линии. Контрольная точка будет 18,5 Nautical Miles по ДМЕ. Проверим состояние индикатора ВОР и подрегулируем курс. Эта стрелочка не дошла, значит, ничего не меняем, продолжаем лететь прежним курсом. Следующая точка будет 17,0, точка, после которой мы будем снижаться. Там мы сделаем паузу, нажмем, чтобы спокойно выставить все параметры. Собственно, параметр 1, 2. Это высота и это скорость снижения. Сигнал 1, жмем паузу. Оцениваем ситуацию.
Скорость 100, хорошо. Вор 1 у нас приближается. Этот у нас как вправо был, так он и остается. Здесь уменьшаем до 3. До 3. И здесь ставим 800. Вот так. Сразу же убираем рут, не забываем, потому что скорость будет расти. И жмем паузу дальше. Начали снижаться. Промежуточные точки. Внимательно смотрим за скоростью. Она у нас должна быть четко 100. Поглядываем на вор 1 с движением стрелочки, не пропускаем ее. Вор стрелочка стала на 0. Это нам сигнал, чтобы мы сделали, поставили курс 340. Сейчас нужно быть внимательным, потому что подходим к 3000 футов, и у нас будет уменьшаться вертикальная скорость, а значит и воздушная будет уменьшаться. Поэтому мы увеличиваем газ, добавляем рут и смотрим за скоростью. Скорость нам нужна 100. Дальше мы приближаемся к следующему пункту. Это 11 magical miles. Здесь мы смотрим на вот 11, да, мы начинаем снижение до 1600, ну, паузу можно не делать, не забыть убрать скорость. 1600, снижение 700 вставляем, смотрим, стрелочка отошла чуть-чуть влево, подровняем, 39 ставим, скорость уменьшаем воздушную, чтобы 100 было. У нас начинается следующее снижение на высоту 1600 футов.
Вор один у нас четко посередине. Внимательно следил за этим. Высота 100, вор посередине, приближаемся к 1600, внимание за стрелочкой вариометра, как только она у нас пойдет вверх, нам нужно будет добавлять руд газа, чтобы не упала скорость меньше 90, у нас начинает идти к нулю, добавляем. Здесь добавляем этот у нас рычаг управления двигателя, рут. Вот, смотрим, 100. Прекрасно. Значит, здесь у нас стрелочка пока, ну, чуть-чуть как бы на правее пошла. Немножко повернем на 340. Значит, здесь у нас 6,1. Следующая точка у нас будет 4,3. На 4,3 мы даже будем поставить 900 футов. Так, стрелочка уходит. Еще добавляем. 341 ставим. Здесь 100. Хорошо. Удаление 5. Четыре, шесть, четыре, пять, четыре, 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 три, ставим паузу. Здесь есть важный момент. Когда мы сейчас выставим снижение до 900, нам нужно снижение 840, но такого у нас так мы не можем выставить, поэтому ставим 900. Дальше у нас идет скорость снижения 700, вставляем. Смотрим здесь. Здесь у нас стрелочка немножко уходит вправо, но это ничего. Важная следующая пауза у нас будет на 0,4 nautical miles. Вот здесь нам нужно будет ее не пропустить, потому что на 0,4 нам нужно будет поставить heading 339. И до объявления на второй мы ничего не меняем. После того, когда прозвучало на второй, мы жмем паузу и выставляем здесь 342. Это очень важно. Летим дальше. Уменьшаем рут. Здесь четко. Так, приближается к 900, поэтому надо не пропустить уменьшение вертикальной скорости. Она начинает уменьшаться, мы добавляем потихонечку руд. Добавляем руд.
Дальше 2 и 2. Вот у нас стрелочка пошла вправо, влево. Мы ставим здесь 3, 9. Вот. У нас 0,7, 0,6, 0,5, 0,4. Вот здесь вот должно быть четко стоять 339. На второй. На второй выполняйте уход на второй круг. Ставим 42. И здесь ставим 1 на максимум. Сто. Скорость подъема у нас будет 600 футов. Смотрим здесь стрелочку, как только она поравняется, ставим 341. Вот, ставим 341. Вот, смотрим, она пошла у нас влево, значит, нам нужно будет еще ловить. Так, 200. Внимательно за скоростью смотрим. Пройдя ДПРМ Папа Альфа Ромео Кило Кило, ложитесь на курс 160 левым разворотом. Набирайте высоту 3000 и оставайтесь на ней. Примем паузу. После слов оставайтесь на ней. Мы прошли первую часть, вор, и нам предложено теперь пройти вторую часть. Всего их три будет. Значит, первое, выставляем вор 160.
Вот так где-то 160. Теперь Хейден, нам нужно будет сделать левый поворот. Хейден, левый поворот нам нужно будет сделать. Левый поворот нам нужно будет сделать. Значит, мы ставим. Так, это неправильно. Сори. Значит, ставим. На 90 градусов смещаем влево. Вот. И альтиметр ставим на 3000. 3000. Дальше подъем у нас будет 600. Рут ставим на максимал, не забываем. Вот. Вот, смотрим, проверяем, правильно ли все. Вроде бы правильно. И после того, когда мы начнем поворачивать, мы выставляем 158 градусов курс. Снимаем с паузы. Пошли делать разворот влево. И выставляем 158 градусов. Следуйте прямо к Ворму и Кусету. Держите радиал 140 и высоту 3000. Здесь непонятно, почему 140 радиал, вообще-то 160. Ставим 138. Высота 3000. Скорость немножко падает, но здесь это не страшно. Можем уменьшить скорость подъема и тем самым увеличим воздушную скорость. Вот мы уже доходим к 3000, сейчас нужно не прозевать, потому что скорость начнет расти. Устанавливаем скорость 100. Вот мы поднялись на 103 000, скорость 100. Летим. Значит, остается 3.0. И следим за вот этим индикатором. Тут навор. Как только он поменяет свое направление, мы жмем паузу. Это будет приблизительно тогда, когда вот здесь будет nautical miles 0.5. Здесь можно ускоряться, там нажимать R,
потом нажать плюсик, вот, чтобы быстрее было. Минус потом назад вернули. Вот смотрим, ждем. 0,6. 0,5. Смотрим за индикатором. Поменял. То есть этот индикатор, вот здесь у нас индикатор BUR1, он поменял, стал OT. То есть мы находимся над маяком BUR. Значит, что мы сейчас делаем? Значит, мы устанавливаем значит, BUR 320. Теперь один мы устанавливаем 110. Теперь на секундомере жмем Select. Вот. И когда мы станем на курс 110, мы нажмем секундомер. Поехали. Так, смотрим. Начали разворачиваться. Мы становимся на курс. Вот встали, нажали секундомер и засекаем минуту. Мы летим к развороту. Скорость 100. Пятьдесят пять. Ну вот где-то, когда будет минута 0,5, начинаем разворот. Начали разворот вправо. Ложимся на курс 318. Смотрим за индикатором BUR. Он должен еще двигаться и покажет направление нам так, жмем паузу, смотрим что у нас так или не так. Вот мы сделали такой разворот. И сейчас мы должны пройти над вот этим вот маяком. Вот. Ну, в принципе, так где-то. Так, продолжаем полет. И отворачиваем чуть-чуть влево. Вот так, допустим, ставим 312. Луч поймать, потому что луч у нас получается левее находится.
Хорошо. Начинает двигаться стрелочка. Стрелочка двигается мы. Как только поменяется на ту, мы опять жмем вот красненький стал у нас такой индикатор. Вот мы опять нажали на паузу. И здесь мы сейчас делаем второй разворот. Устанавливаем первый, просто на 90 градусов поворачиваем здесь. Вот, сбрасываем секундомер. Как только ляжем на курс 140, мы опять запустим секундомер. Поехали. Запустили секундомер. Минуту летим от маяка. Минуту пять, минуту пять. У нас 56. Минута. Минута на 2, минута 3. Начинаем разворот. Осталось 312 вообще, мы будем смотреть, хотя смотрим завод, она уже начала двигаться, значит там 320, можем и пролететь. Ну, вот прекрасно мы стали, на курс попали. Жмем на паузу, смотрим, как это мы летим. Вот, видно, что мы сделали такой разворот. Более красивый, чем первый получился у нас. И вот мы четко летим на вор. Здесь нам пришлось угадывать, подворачивать в первом своем. А по второму мы четко летим на вор.
Так, значит, и смотрим, что дальше будем делать. Значит, после выполнить развод по схеме, мы должны будем взять паузу. То есть, если все будет благополучно. Скорость мы держим 100. Здесь идем на воздух. Здесь очень важно. Там 321, 322. Наведите эту стрелочку. 323. 324. 325. 326. 328 поставили. Вот. 325. Ставим. 4. 20 ставим. Пройдя на двор маяком, следуйте прямо к точке November Oscar Lima Lima Alpha и начинайте заход по ИЛС на ВПП 13 правая в Боингфилд. В точке November Oscar Lima Lima Alpha выполняйте разворот по схеме. Жмем паузу после слов «выполняйте развод по схеме». Так, дальше. Прошли мы вторую часть. Это очень сложная часть. Вроде бы, ну, в общем-то, ничего сложного нет. Смотрим дальше. Первое. Значит, ставим вор. У нас 130. Вор 130. Ставим вор 130. Есть. Теперь радио 10-10-9-0. Есть такое дело. Теперь направление heading 330. Так, снижаемся на 2,2, 22. Не забываем убрать root. Вот. И ARK ставим 362. 362. Есть. Компас 362. Вот у нас эта стрелочка. Так. Проверяем еще раз. У нас радио 110. Вор 130. Heading 330. Здесь нормально. Рот убрали. Все. Летим. Снижаемся. Снижаемся, смотрим за скоростью. Начинает падать воздушная, вертикальная у нас сейчас будет 0, поэтому мы добавляем рут, не забываем, и удерживаем
скорость 100. Вот так. Дальше мы летим достаточно долго. Вот почему? Потому что следующая точка нам нужна будет 7. 7 путь по Марс. Значит, нажимаем опять R. Жмем плюсик. Увеличим скорость игры. Допустим, до 8. Следим за скоростью, чтобы она у нас была постоянной. И смотрим, как у нас растут multiple miles до 7. Вот на 6 мы начнем уменьшать в 2 раза. 6,5, 6,6 мы уменьшаем, убираем ускорение, 6,8, 6,9, 7, пауза. Далее мы выставляем 320. Снимаем с паузы. Вам разрешена посадка. ВПП 13 правая. Жмем паузу. Устанавливаем курс 310. Вот 310. Теперь запускаем секундомер опять. Значит, теперь нам надо сделать такую вещь. Когда мы запустим секундомер, мы должны будем пролететь 10 секунд. После этого мы должны будем установить 265 курс. И после того, когда станем на 265, мы опять запустим секундомер на 1 минуту, там 10 секунд. Вот так. Так, значит, танцы с бубнами начали, да? Ну, поехали. Значит, мы первое снимаем с паузы. Снимаем с паузы. Жмем секундомер. 10 секунд. Смотрим. Вот. И пошли на 265. Когда станет 265, мы заново запускаем секундомер. Запускаем секундомер. Летим. Минуту. Мы опять нажимаем R. Ускоряемся. После минуты 10 нам нужно будет начать делать правый поворот.
на курс 85. Вот, ну, это 8. Поехали. Делаем правый разворот на курс 85. Запускаем секундомер опять. И ориентировочно на 45 секунде мы начнем ложиться на курс 130. Отжмем паузу, посмотрим, что у нас сейчас происходит. Значит, это у нас мы сделали такой вот, пролетели над вот этой точкой нола, сделали разворот, и сейчас мы должны будем попасть опять на эту точку нола. Вот, то есть где-то в этой точке вот здесь вот, мы должны будем развернуться на нее. Вот. Как мы это будем делать, сейчас будем экспериментировать. Где-то на 45 секунде начнем поворот. Секунда пошла, мы начинаем развод на 130. 130, вот у нас важная точка, вот она у нас. Нам нужно пройти над ней. Так, доворачиваем еще. 136 там. Вот мы четко идем над ней. И вот. Значит, эта точка будет 8 на дипломат. Вот у нас стрелка пошла вправо. Жмем паузу. То есть мы сейчас находимся над вот этим вот радиомаяком, вот точно. Дальше у нас начинается заход по курсу 130, по ЛС 130. Значит, начинаем заход по ЛС 130. Вот у нас нижняя показывает, что мы летим, да, мы еще летим, должны лететь прямо. Значит, летим, ставим курс 130. Вот так. Потом стрелка пошла вниз. Мы выставляем снижение на 200, допустим. И не забываем убрать руки. Вот у нас здесь 800. Ставим 900.
Вот у нас две стрелочки пошли. Это хорошо. Так. И ставим 800. Дальше 600. Смотрим за этой стрелочкой. Она у нас подходит к серединке. Это хорошо. Это мы еще чуть-чуть доворачиваем вправо. Так. 130 ставим. Это у нас 130, 133, 134, 5. Так, здесь у нас снижение 500 стандартов. У нас полоса видна. Вот ставим паузу. Вот у нас полоса видна. То есть мы движемся на полосу, четко выдерживая все параметры. Вот. В принципе, можем лететь на ручном. Ну, пока еще пролетим на автопилоте. Все, это снижение. Уменьшаем. Скорость у нас. Четко идем на полосу. Выпускаем заклиночки. Ну, дальше, чтобы ничего не испортить, переходим на кабину 3D. Вот. Выключаем автопилот. Он нам теперь не нужен будет. И совершаем посадочку в ручном режиме. Разумелись и останавливаемся. Слушаем приговор. Отлично, вы прошли контрольный полет. Замечательно. Все сделали по плану. Все супер.